В минувшие выходные во Дворце спорта «Видное» состоялся фестиваль здоровья. Мероприятие было организовано торгово-промышленной палатой Ленинского городского округа. Идея проведения принадлежит Елене Олейник, директору одного из видновских салонов оптики. Цель вообще такая была, чтобы наши жители города Видное могли получать качественные медицинские услуги в своем родном городе, не выезжая за пределы его, потому что на территории Ленинского городского округа очень много медицинских специалистов. Замысел организаторов состоял в том, чтобы собрать под одной крышей представителей государственной и коммерческой медицины, работающих на территории округа. Сегодня жители города познакомятся и округа, познакомятся с медицинскими учреждениями, коммерческими в том числе, и многие из них смогут попробовать бесплатно некоторые процедуры, которые будут им интересны. Мы бы хотели, чтобы мы эту историю проводили в ежегодную, а может быть даже несколько раз в год, потому что медицина развивается, потому что нам необходима консолидация наших учреждений, как муниципальных, так и частных. Я считаю, что это очень хорошая история, которую нужно поддерживать. Очень быстро данная инициатива нашла поддержку у администрации муниципалитета. Нам очень важно, чтобы учреждения здравоохранения государственные и учреждения негосударственные взаимодействовали, чтобы они друг другу были помощником. И те, и другие работают на человека. Я считаю, что это удачная мысль, такие мероприятия должны повторяться и повторяться. И самое главное, что формат нужно расширять, то есть все время нужно добавлять что-то новое, креативное. Потому что у нас первый раз такое в городском округе, да, и я сегодня вижу обратную связь отличную, то есть действительно это востребовано. Врачи Видновской районной клинической больницы рассказали посетителям фестиваля о своей работе. Жители округа могли прямо на месте получить консультацию специалистов, пройти диспансеризацию, сделать прививку от COVID-19 и гриппа. Также было развернуто множество обучающих площадок. Мы здесь развернули площадку и установили макеты для того, чтобы научить делать внутримышечные уколы. Все слышали, но никто не делал, да? Потом, значит, прямой массаж сердца. Потом, значит, травматолог и показывает, как определить, какой перелом, какого сегмента и как можно оказать первую помощь с подручным средством. Врачи-стоматологи показали современные технологии диагностики и лечения зубов. Портативное рентгеноборудование, то есть, чтобы пациенту делать снимки, не вставая с кресла. То есть, лечится зуб, необходимо сделать снимок, мы его делаем, тут же выводится на экран изображение, и врач продолжает свою работу. Также свои выставки представили 16 коммерческих организаций. Многие из участников подготовили тематические лекции и выступили перед собравшимися. Жители округа отметили пользу проведения мероприятия такого формата. Терапевта прошла, эндокринолога, офтальмолог, УЗИ, глаза проверила, глазное давление. Сделали кардиограмму, сейчас пойдем к терапевту.